В Невском районе задержана супружеская пара, оскорблявшая пассажиров трамвая. Чита в сильном подпитии ехала в вагоне с грудным ребенком. Оба еле держались на ногах и несколько раз едва не уронили младенца. Обеспокоенные пассажиры стали делать замечания, на которые горе-родители реагировали крайне агрессивно. Вагоновожатая вызвала росгвардейцев. Задержанных доставили в отдел полиции, где выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ. Ребенка передали медикам.